каждого из нас две стороны. Одна погожий день, другая ночь. Все так, как у загадочной луны. Похоже, мы со спутником точь в точь. Мы прячем наши тайны там, где ночь. Где день, мы по возможности открыты. Но даже днем скривить душой не прочь, используя предлог самозащиты. У каждого из нас, как у луны, есть светлая, есть темная поверхность. У каждого из нас две стороны. Одна видна, другая — неизвестность.